Великолепные мастера. Шелин Бёрн, канадская фигуристка. Мы привыкли видеть ее в паре с Виктором Кратцем. Это очень известный танцевальный дуэт. Но вот теперь Шелин Бёрн катается одна. Посмотрим, чем удивит она зрителей. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Today, the light bulbs getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then Misty, you're a better man than I. Вполне возможно, Шелин Бёрн могла добиться успехов и как одиночница. Но мы прекрасно помним танцевальный дуэт Шелин Бёрн и Виктор Кратц. Эта пара выиграла чемпионат мира, выиграла и финал Гран-при в свое время. Но на Олимпийских играх канадским фигуристам не суждено было подняться на пьедестал. Очень высокая была конкуренция и на Олимпиаде в Нагано, и в Солт-Лейк-Сити. Но пара эта, безусловно, запомнилась ярким оригинальным стилем катания.